Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня в рамках программы «Гиппократ» мы поговорим о судорожном синдроме. Судорожный синдром – это неотложное состояние в неврологической, педиатрической и общеврачебной практике, которое относится к потенциально жизнеугрожающим. В 2010 году Международная лига по борьбе с эпилепсией рекомендовала заменить термин «convulsion» термином «seizures». В переводе «seizures» можно перевести и как «судороги», и как «приступы». Это может послужить причиной недопонимания при переводе с английского на русский язык, ведь эпилептический приступ может быть в том числе и немоторным. Судорожный синдром – это клинический синдром, который характеризуется неспецифической реакцией центральной нервной системы на различные эндоэкзогенные факторы, проявляющиеся в виде повторяющихся судорог и часто, но не всегда, сопровождающиеся нарушением сознания. Судороги – это внезапные непроизвольные сокращения поперечно-полосатых мышц или их эквиваленты – вздрагивание, подергивание, непроизвольные движения, тремор. Судорожный синдром органического происхождения обязательно сопровождается выраженными нарушениями крова и ликворообращения и нарушением биоэлектрической активности головного мозга. Патогенез судорожного синдрома имеет значение. Изменение нейрональной активности головного мозга – аномальная высокоамплитудная и периодическая биоэлектрическая активность, процесс деполяризации нейронов мозга, нарушение талямо-кортикального взаимодействия, изменение функционального состояния зубчатого ядра в подкорковой области головного мозга. Биохимической основой судорог являются избыточное выделение возбуждающих нейротрансмиттеров, таких как аспартат и глутамат, и недостаток тормозных нейромедиаторов, в основном гамма-аминомасляной кислоты. Существует как минимум три метаболических механизма развития судорожного синдрома. Первое – это изменение внутриклеточной осмолярности, например, нарушение баланса натрия и осмолярности вызывает угнетение центральной нервной системы с развитием энцефалопатии, ведущее к отеку мозга, судорогам и далее к вклинению ствола мозга. Второе – это истощение запасов веществ, необходимых для поддержания клеточного метаболизма и функции мембраны. И третье – внутриклеточное накопление веществ, например, гипокальцемия и гипомагнезиемия, вызывает нейрональное возбуждение в центральной нервной системе с развитием судорожного синдрома. Классификация по этиологии: эпилептический приступ и острые симптоматические судорожные приступы. Эпилептический приступ. Судорожный синдром является отражением патологических изменений в виде избыточной нейрональной активности головного мозга. Эпилептический приступ может быть неспровоцированным, то есть отсутствует временный или обратимый фактор, снижающий судорожный порог и вызывающий приступ в указанный момент времени, и спровоцированным с фотостимуляцией, депривацией сна токсическими веществами. В отличие от острого симптоматического судорожного приступа, первичная причина – нейрональная. Изменение касается нейронов, в том числе как при криптогенной, так и при структурной эпилепсии. Провоцирующий фактор может отсутствовать, но его присутствие намного увеличивает риск рецидива. Острые симптоматические судорожные приступы – это эпизоды, связанные с воздействием приходящего фактора на нормальный здоровый мозг, временно снижающий судорожную готовность. Синонимы – реактивные, индуцированные, ситуационно обусловленные, спровоцированные приступы. Провоцирующими факторами для острых симптоматических судорожных приступов являются инфекционные, такие как нейроцистерциркоз, столбняк, бешенство, холера, воспалительный, менингит, чаще вызванный стрептококками, энцефалит, чаще гипертический, лихорадка, фебрильные судороги у детей раннего возраста, возникающие при температуре тела выше 38,5 градусов, без признаков внутричерепной инфекции, сосудистые, это инсульты чаще геморрагические, метаболические, уремия, гипогликемия, гипопаратиреоз, гипогипернатриемия, гипокальцемия.
имея гипомагнеземию, травматические черепно-мозговые травмы, частота развития судорог зависит от тяжести черепно-мозговой травмы. Токсические отравления нейротропными препаратами и фосфорорганическими соединениями, акушерские, эклампсия и психические, алкоголизм и синдром отмены алкоголя, злоупотребление психотропными препаратами. Провоцирующий фактор – это остро возникшее повреждение центральной нервной системы. Судороги в остром периоде черепно-мозговой травмы или энцефалита будут примером именно такого состояния. В то же время опухоль головного мозга, имеющая в клинической картине судорожный синдром, уже не может рассматриваться в качестве приходящего состояния, а приступы, соответственно, будут трактоваться как структурная эпилепсия. Судороги могут возникать как в момент воздействия провоцирующего фактора, то есть триггера, так и отсроченно. Судорожный синдром при церебно-васкулярных заболеваниях возникает одна неделя после нарушения мозгового кровообращения, после черепно-мозговой травмы тоже спустя неделю, при инфекционных заболеваниях в течение острой стадии инфекции, обычно около 7 дней, при острой гипоксии мозга, первая неделя анаксической энцефалопатии, затем в зависимости от дополнительно полученных результатов. При злоупотреблении алкоголем связано с непрямыми механизмами травмы, инфекции, инсульт, метаболические нарушения. При синдроме отмены алкоголя 7-48 часов после последнего приема алкоголя. При злоупотреблении психотропными препаратами, при приеме на игле и непосредственно сразу после приема психостимуляторов, кокаин, крек, амфетаминов. При отмене психоактивных препаратов, седативных и снотворных, 24 часа после прекращения приема средств короткого действия, 3-7 дней после прекращения приема средств длительного действия. Фебрильные судороги, дети до 7 лет, при температуре тела выше 38,5 градусов. Неонатальные судороги, если установлена причина, до 24 часов асфиксии или кровоизлияния, гипогликемия, сепсис, пиридоксин-зависимые судороги, 24-72 часа, метаболические нарушения, гипокальцемия, гипербилирубинемия, одна неделя, герпетическая инфекция. Особенности судорожного синдрома, в отличие от эпилепсии, имеется близкая связь с причиной по времени и четкая биологическая связь, то есть острое нарушение целостности мозга или метаболического гомеостаза. Судорожный синдром не обязательно характеризуется повторяемостью. Судорожный синдром является фактором риска по развитию эпилепсии, но не является эпилепсией, так как эпилепсию определяет неспровоцированные повторяющиеся приступы. Диагностика судорожного синдрома крайне важна, так как постановка диагноза эпилепсия обуславливает необходимость ежедневного непрерывного приема лекарственных препаратов, имеет социальные последствия в виде ограничения различной профессиональной иной деятельности. Так, с 1 марта 2023 года должен вступить в силу закон о доступе ГИБДД к данным амбулаторных карт, благодаря которому госавтоинспекция получит доступ к информации о наличии медицинских противопоказаний или ограничений по управлению транспортным средством, к которым относится и диагноз эпилепсия. Особенности анамнеза. Проблема симуляции судорог. Рентные установки со стороны пациента, родственников, опекуна, решение психологических, социальных вопросов, демонстративное поведение. Ошибочная информация со стороны третьих лиц, в том числе бригад скорой медицинской помощи, когда обращение за медицинской помощью проводилось по факту относительно достоверности развития судорожного синдрома. Очень важно узнать о наследственности, были ли у родственников пациенты судороги и эпилепсия в анамнезе, но отсутствие генетической отягощенности не исключает наличие эпилепсии. Связь со сном. Судороги провоцируются депривацией сна, после них возникает глубокий постприступный сон, и также существуют приступы сна, характерные для многих форм эпилептических синдромов. Например, генетические идиопатические фокальные эпилепсии, такие как лобная эпилепсия, куда входит детская доброкачественная фокальная, дополнительная сенсомоторная ночная лобная, височная эпилепсия и эпилептические энцефалопатии. Клинические проявления. Судорожный приступ может быть единичным, серия или кластер и статус. Единичный, типичен при остром симптоматическом судорожном приступе. Характеризуется
судорогами тоническими, клоническими, тоникоклоническими, автоматизированными движениями, цианозом лица, иногда до появления очень темной фиолетовой окраски, прикусом языка, непроизвольным мочеиспусканием. После судорожного приступа возникает дезориентация, постприступный сон, мышечные боли, следы прикуса языка, губы, щеки, возможно, очаговая неврологическая симптоматика. А серия приступов или кластер. О серии приступов идет речь, если возникает от 2 до 4 приступов за 48 часов, 3 приступа за 24 часа, 2 генерализованных тонико-клонических приступа или вторично генерализованных, или 3 комплексных фокальных приступов за 4 часа. И эпилептический статус – это повторяющиеся серии приступов. Критерии эпилептического статуса. Продолжительность статуса в среднем 30 минут и более. Отсутствие полного восстановления сознания между приступами. Судороги имеют генерализованный тонико-клонический характер. Могут быть клонические подергивания глазных яблок и нистагм. При эпилептическом статусе дополнительно к судорожному синдрому могут развиваться другие синдромы, такие как синдром нарушения сознания в виде оглушения, возбуждения, сопора, комы, синдром нарушения дыхания, такие как циклические апноэ, периферические нарушения дыхания, центральные респираторные расстройства, осложнения со стороны трахеобронхиального тракта и легких, кардиоваскулярный синдром, тахикардия, аритмия, артериальная гипер- или гипотензия, мышечные расстройства, боль в абдомиолис, нарушение функции почек, острая миоглобиновая нефропатия, ишемическая почка, синдромы нарушения гомеостаза, метаболический ацидоз, гипертермия. Эпилептический статус – тяжелое состояние, требующее лечения в условиях отделения реанимации. Особенно важен временной фактор. Выделяет два показателя. Т1 – время, в течение которого приступы, вероятно, пролонгируются до их постоянной активности. И Т2 – время, когда приступы могут вызвать длительные последствия. Нейрональное повреждение, нейрональную смерть, повреждение нейрональной сети, функциональный дефицит. До генерализованных тонико-клонических приступов период Т1 равен 5 минутам, период Т2 – 30 минутам. Какие же существуют отдельные виды симптоматических приступов и их особенности? Судорожные приступы при гипоксии мозга. Они возникают в течение первой недели анаксической и постгипоксической энцефалопатии, и их следует классифицировать как острые симптоматические судорожные приступы, пока не будут возникать дополнительные данные. При цереброваскулярных заболеваниях 15-30% всех остросимптоматических судорожных приступов связаны с цереброваскулярными заболеваниями. Частота возрастает возрастом, особенно после 75 лет. Чаще встречается среди мужчин 3-4 раза. Частота выше при геморрагическом инсульте. При черепно-мозговой травме 5-15% среди всех случаев острого судорожного синдрома. 6% черепно-мозговых травм сопровождаются судорожным синдромом. Частота ранних судорожных приступов возрастает в зависимости от степени тяжести черепно-мозговой травмы. При отсутствии признаков внутричерепной патологии риск раннего возникновения судорожного синдрома составляет 5%. При внутричерепном кровоизлиянии 10%. У выживших после проникающих травм, например, военных, 50%. Судорожные приступы в течение первой недели после черепно-мозговой травмы, включая внутричерепные нейрохирургические вмешательства, рассматриваются как связанные с травмой и обозначаются как острые симптоматические. При сочетании черепно-мозговой травмы и злоупотребления алкоголем 2-3 раза увеличивается риск развития ранних судорожных приступов. При инфекциях центральной нервной системы судорожные приступы расценивают как острые симптоматические, если они возникают в то же время, что и инфекция, то есть подтвержденные клиническими и лабораторными данными, и не рецидивируют после окончания острой стадии инфекции, могут отмечаться в течение более 7 дней. Судорожные приступы вызываются повреждением паренхимы, интоксикацией, паразитами и лихорадкой, метаболическими нарушениями. Самыми частыми инфекциями, при которых возникают судороги, являются бактериальный менингит, энцефалит, в основном герпетический, нейроцистоциркоз, докальцификация кист и ВИЧ-инфекция. Судорожные приступы, вызванные метаболическими токсическими расстройствами, могут быть вызваны
поражением внутренних органов, нарушением электролитного баланса, применением лекарств и синдромом отмены, токсинами. Существует три механизма судорожных приступов при метаболических заболеваниях. Это изменение внутриклеточной осмолярности, истощение запасов веществ, необходимых для поддержания клеточного метаболизма и функции мембраны, и внутриклеточное накопление токсических веществ. Судорожные приступы при электролитных нарушениях. Судорожные приступы могут быть единственным симптомом острого и тяжелого расстройства электролитного баланса. Быстро развивающиеся электролитные нарушения чаще вызывают судорожные приступы, чем те, которые формируются постепенно. Судорожные приступы особенно часто наблюдаются у пациентов с нарушением обмена натрия, гипонатриемии или гипернатриемии. Нарушение баланса натрия и осмолярности вызывает угнетение центральной нервной системы, возникновение энцефалопатии, отек мозга, судороги и развитие вклинения ствола. Также у пациентов гипокальциемии, гипомагниемии. Гипокальциемия и гипомагниемия вызывают нейрональное возбуждение центральной нервной системы и вызывают судорожные приступы. Судорожные приступы при нарушении метаболизма глюкозы. Судороги чаще наблюдаются при острой гипогликемии у пациентов, получающих лечение сахароснижающими средствами. Парциальные судорожные приступы в ночные или ранние утренние часы могут наблюдаться при инсулиноме. Гипогликемия является частой причиной судорог у новорожденных. Гиперосмолярная кома с судорожными приступами может быть проявлением некетатической гипергликемии. Диабетический кетоацидоз не провоцирует судорожных приступов, по-видимому, из-за антиколюсивного эффекта кетоза. На этом эффекте основан принцип лечения кетогенной диеты. Судорожные приступы при злоупотреблении химическими веществами. Механизм судорожных приступов при злоупотреблении различными химическими веществами могут быть прямыми, например, интоксикация, синдром отмены, и непрямыми, такими как инфекция центральной нервной системы, черепно-мозговые травмы, метаболические расстройства, гипонатриемия, гипокальцемия, гипогликемия, почечная недостаточность. Наиболее часто эти судорожные приступы вызывают наркотические вещества, алкоголь, лекарства. Высокая вероятность развития судорожных приступов возникает при употреблении психостимуляторов, таких как кокаин, амфетамин, экстази. При употреблении героина, марихуаны вероятность развития судорожных приступов низка и чаще связана с непрямыми механизмами, такие как травмы, метаболические нарушения. Судорожные приступы при употреблении седативных и снотворных средств развиваются в течение 24 часов после прекращения приема средств короткого действия, например, бензодиазепинов, и в течение нескольких дней после прекращения приема препаратов длительного действия. Судорожные приступы при употреблении и синдроме отмены алкоголя. Еще в 1833 году французский психиатр Жак Жозеф Маньян использовал термин «алкогольная эпилепсия». Первопричиной в этом случае является поражение головного мозга из-за токсического воздействия алкоголя и продуктов его распада. Характерно, предшествует длительный стаж алкоголизации, употребление денатуратов и суррогатов алкоголя. Часто в анамнезе есть черепно-мозговые травмы, в том числе многократные, полученные в драках или при падении различной степени тяжести. Большинство злоупотребляющих алкоголем за медицинской помощью не обращаются, предпочитая, как они говорят, отлежаться дома. Судорожные приступы, связанные с отменой алкоголя, можно предположить при анамнезе хронического злоупотребления алкоголем и в анамнезе текущего употребления алкоголя с недавним уменьшением приема. Чаще всего судорожные приступы отмечаются в течение 7-48 часов после последнего приема алкоголя. Установлено, что чем тяжелее абстинентный синдром, тем ниже судорожный порог. Почти у всех больных на высоте абстинентного синдрома еще до развития припадка возникают психотические эпизоды в виде тревоги, страха, зрительных, слуховых обманов восприятия. Большие судорожные припадки возникают без каких-либо предвестников аура локального акцента. В клинике приступа присутствуют такие симптомы, как потеря сознания, чувство стягивания, сдавливания, сведение мышц ног и рук, судороги тонические и клонические, жгучая боль, непроизвольные мочеиспускания, потливость, тремор.
У 35% больных после припадков развивается делирий, причем указание на судорожные приступы перед началом психоза является неблагоприятным прогностическим признаком, свидетельствующим о тяжелом поражении головного мозга и требующем более интенсивной терапии. Очаговое начало приступа у таких пациентов может указывать на возможность внутричерепного повреждения и требует дополнительного исследования. Судорожный синдром в пожилом возрасте. Наиболее частыми причинами его являются острые цереброваскулярные нарушения, синдром отмены алкоголя, электролитные расстройства, синдром отмены лекарств, бензодиазепинов и очень часто фенобарбитал, содержащих препаратов, которые очень часто злоупотребляют наши пожилые пациенты, такие как кроволол, валокордин, валосердин. Печеночная недостаточность, токсические состояния, например, уремия. В большинстве случаев имеет место сочетание нескольких причин. Лечение судорожного синдрома. Первый этап – это обеспечение безопасности больного во время приступа. Падая, человек может получить тяжелые травмы. Во время работы в бессознательном состоянии он может захлебнуться рвотными массами. Может произойти западение языка. Алгоритм действия. Сохраняйте спокойствие. Во время падения, при возможности, подхватите человека, чтобы смягчить его. Обеспечьте пациенту безопасные условия. Уберите предметы, о которые он может удариться, пораниться. Например, очки, съемные зубные протезы. Зафиксируйте время начала приступа. Положите под голову подушку, сумку, одежду, чтобы смягчить удары о пол или землю. Освободите шею от давящей одежды. Поверните голову или тело пациента на бок для предотвращения аспирации слюны и рвота. Нельзя удерживать конечности, наваливаться на человека с целью остановки судорог. Это неэффективно и даже может стать причиной травмы. Не нужно ничего вставлять в рот. После судорог поверните пострадавшего на бок, если ранее этого сделать не удалось, так как в этот период возможно западение языка. Необходимо понаблюдать за человеком. Нельзя давать пить, есть, принимать таблетки до полного восстановления сознания. После окончания приступа протестируйте уровень сознания. Спросите у пациента, как вас зовут, сколько вам лет. Помогите человеку подняться и прийти в себя. Объясните ему, что произошло, и успокойте. Все, что я рассказала раньше, суммировано на этом слайде, который называется «Это должен знать каждый», и это действительно должен знать каждый человек. Если приступ развился у пациента с эпилепсией и нет тенденции к кластеризации, то экстренной госпитализации такому пациенту не требуется. Если приступ развился впервые в жизни, то необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи. После развития первого в жизни судорожного приступа желательно госпитализация пациента в многопрофильный стационар для уточнения этиологии и наличия отсутствия провоцирующих факторов. Первый этап в лечении, да, как я уже сказала, это обеспечение безопасности больного во время приступа. Второй этап купирования приступа проводится медикаментозно на госпитальном и госпитальном этапах и применяются две основных категории лекарственных препаратов – бензодиазепины и вальпрораты. Бензодиазепины, диазепам, лоразепам, медазолам – это традиционные лекарственные препараты выбора для оказания неотложной помощи при судорожном синдроме, в том числе эпилептического генеза. Диазепам под торговой маркой Valium выпускается с 1963 года компанией Hoffmann-La Roche и стал настолько успешным, что лежащее в основе химического строения бензольное кольцо перекочевало на логотип этой компании и изображается там до сих пор. Эффект диазепама связан с потенцированием основного тормозного медиатора гамма-аминомасляной кислоты. Препарат избирательно активизирует гамма-рецепторы ретикулярной формации, что ведет к снижению возбудимости коры, таламуса, гипоталамуса и лимбической системы. Миорелаксация обусловлена торможением синаптических спинальных рефлексов. Диазепам поддерживает устойчивость ткани нервной системы в момент гипоксии, дополнительно повышая порог чувствительности к боли, тормозит парасимпатические и симпало-адреналовые пароксизмы. В наше время существуют различные лекарственные формы диазепама. Наиболее распространено медленное внутривенное или внутримышечное введение 2 мл препарата. Если в течение 10-20 минут первоначальная доза не вызвала купирования судорожного синдрома, препарат вводят повторно. Максимально разрешенная суточная доза 20 мг. В указанных дозах угнетения дыхательного центра не возникает.
Возможны другие пути введения. Внутривенно-капельно среднескорость 2,5 мг в минуту. Также существуют ректальные системы, разрабатываются суббукальные и интраназальные формы. В случае необходимости перорального применения существуют соответствующие формы лоразепама. Оральный лоразепам – плоские таблетки, которые закладываются под язык или за щеку, где таблетка должна находиться до полного растворения. Медазолам относится к бензопинам короткого действия, используется при эпилептическом кластере и эпилептическом статусе, имеет выраженный анксиолитический, противосудорожный, миорелаксирующий, амнестический, седативный и снотворный эффекты. Применяется только в стационаре в условиях отделения реанимации в виде раствора для внутривенного введения, вводится через инфузомат. В других странах существуют трансбукальные и специальные интраназальные формы медазолама. Диазепам эффективен при всех видах судорожных синдромов. К минусам относится короткая длительность действия, гипотензия, риск угнетения дыхания и сердечной деятельности при быстром введении у детей. Лоразепам, в отличие от диазепама, обладает более медленным метаболизмом, большая длительность действия и в 3 раза более быстрым периодом полураспадом, то есть гораздо быстрее выводится. Из минусов возможно острое развитие толерантности через 12 часов. Медазолам имеет формы простого и быстрого введения, при использовании которых судороги купируются быстрее, чем при внутривенном введении других лекарственных препаратов, плюс период полураспада меньше, чем у диазепама и лоразепама. Минусы. Широкий спектр лекарственных взаимодействий, развитие толерантности, синдрома отмены, нежелательные реакции при парентеральном введении, интраназальные и букальные формы еще не одобрены для широкой клинической практики. Препараты. Механизм действия. Препарат ингибирует потенциал зависимый натриевый канал нейронов, ингибирует ганг-трансаминазу, которая расщепляет ее, повышает активность фермента декарбоксилаза глутаминовой кислоты, которая участвует в синтезе ганг. Для неотложной терапии судорожных приступов вальпровая кислота используется в форме инъекции, вводится внутривенно. Конвулекс в ампулах по 5 мл содержит 10% раствор вальпровой кислоты в смеси с водой для инъекции. В зависимости от особенностей случая применяется от 400 до 1000 мг препарата внутривенно-струйно. Далее может быть использовано капельное введение. В отличие от бензодиазепинов, препараты не влияют на гемодинамику и дыхание, поэтому могут применяться внутривенно и при необходимости струйно у пациентов любого возраста. Кроме того, эти препараты не вызывают клинически значимой заторможенности, поэтому применение не грозит усугублением расстройств сознания. Период полужизни вальпаратов составляет 9-12 часов. Также в стационаре проводится диагностика для определения причины судорожного приступа с последующей терапией в случае подозрения на острый симптоматический судорожный приступ. Если имеются признаки изменения сознания с целью профилактики развития отека мозга или при гидроцефально-гипертензионном синдроме внутривенно и внутримышечно показан фуросемид из расчета 1-2 мг на килограмм и перитонизолон 3-5 мг на килограмм. Если причиной судорог является гипогликемия, необходимо ввести 20% раствор декстрозы и расчета 2 мл на килограмм внутривенно струйно, и по возможности госпитализировать пациента в эндокринологическое отделение. Если причиной судорог является снижение уровня кальция, необходимо ввести 10% раствор глюконата кальция из расчета 2 мл на килограмм, предварительно развести в 2 раза 20% растворе декстрозы внутривенно медленно. Если есть вероятность менингококкемии, необходимо начать антибиотикотерапию внутривенно и внутримышечное введение левомицетина, или есть венозный доступ, клафаран, цефотоксин из расчета разовой дозы 50-100 мг на килограмм. Если имеется тяжелая интоксикация, необходимо проводить инфузионную терапию под обязательным контролем диуреза 10-20% раствором декстрозы или 0,9% раствором натрия хлорида из расчета суточной дозы 35-50 мл в килограмм массы тела. Купирование эпилептического статуса. Европейский протокол стационарного лечения тонико-клонического эпилептического статуса у взрослых расписан в зависимости от этапа развития эпилептического статуса. Первая стадия – это ранний эпилептический статус до 30 минут. На этом стадии берутся анализы и вводятся бензодиазепины.
Второй стадии установившегося эпилептического статуса от 10:30 до 60-90 минут вводится фенобарбитал или вальпрат внутривенно. Третья стадия – рефрактерный эпилептический статус более 90 минут, пропофол или тиомпетал натрия до достижения медикаментозной комы или медазолам внутривенно. Согласно протоколу Международной противоэпилептической лиги 2011 года по лечению эпилептического статуса, алгоритм действия врача скорой медицинской помощи при эпилептическом статусе следующий. 0 минут, если появляются повторные эпилептические припадки или сохраняются изменения уровня сознания или поведения, или сохраняется эпилептоморфная активность на электроэнцефалограмме, то это расценивается как начальный эпилептический статус. На 5-й минуте взятие венозной крови для проведения терапевтического лекарственного мониторинга уровня ПЭП, а также для исследования уровня глюкозы и других основных биохимических показателей электролитов, pH и других. 10 минут введение лорозепама внутривенно из расчета 0,1 мг на килограмм. 25-я минута. Введение фенитоина внутривенно из расчета максимальной дозы 30 мг на килограмм в качестве альтернативы внутривенное введение вальпраатов из расчета 30 мг на килограмм. Если эпилептический статус продолжается, дополнительное введение вальпраатов из расчета 15 мг на килограмм. 60-я минута. Введение фенобарбитала внутривенно из расчета 5-15 мг на килограмм до достижения уровня угнетения сознания, такого как медикаментозная кома. Если не достигается подавление эпилептических приступов, необходимо начать внутривенное введение пропофола за счет 1 мг на килограмм с последующим введением дополнительно 4 мг на килограмм в час или внутривенное введение медазолама из расчета 0,2 мг на килограмм болюсно с последующим дополнительным введением при необходимости. Длительность фармакоиндуцированной медикаментозной комы до достижения подавления нектальной активности составляет в среднем 48-72 часа. При достижении контроля над эпилептическими припадками в течение 12 часов доза вводимых выше указанных лекарственных препаратов постепенно уменьшает в течение последующих 12 часов. При повторении эпилептических припадков применяется общий наркоз последующие 12 часов, затем повторяют попытку введения пациента из эпилептического статуса. Даже при более чем двухнедельном субрефрактерном эпилептическом статусе состояние пациента не должно расцениваться как безнадежное, и такого пациента можно вернуть к нормальной жизни. В заключение хочется сказать, что судорожные синдромы любой этиологии могут являться проявлениями очень серьезных заболеваний и патологий. Поэтому отнестись к их диагностике и лечению нужно очень внимательно. Спасибо за внимание.